Начинаем гости. Олег Александрович, пожалуйста. Ваш комментарий. Ну, хочу в первую очередь поздравить нам на всех болельщиков как белорусского футбола, так и болельщиков именно Городея с окончанием сезона. Своих болельщиков тоже команду, что заняли, то есть выступили в этом году, закончили на 7-м месте. В принципе, была задача поставлена именно занять, попасть в семерку, то есть как бы ее выполнили. Наверное, считаю, что это неплохой результат. Но сегодня могли выше, правда, подняться даже по сегодняшней игре, если сыграть более удачно на победу, могли обойти Жодина. Но это футбол, как получилось, так получилось. По большому счету игрой в целом доволен. То, что было сегодня именно. Потому что знали, какой соперник. Все-таки это бронзовый призер нашего чемпионата. И, наверное, постоянный лидер, один из лидеров нашего чемпионата, то есть на протяжении многих лет. Ну, хотелось, конечно, победить, но не получилось. Хотя считаю, что может даже на победу, но на ничью точно не играли. Спасибо. Есть ли вопросы? А теперь слово главному тренеру Солигорского «Шахтёра» Юрию Николаевичу Вернидубу. Пожалуйста, Юрий Николаевич, ваш комментарий по игре. Ну, по Ильинске, ну, очень хорошо изучили соперника, потому что действительно, могу сказать, только лестные слова в адрес соперника нашего, команды «Городея». Команда, на всякий случай, посмотрел, находится на 4-м месте по пропущенным мячам. То есть это говорит о том, что обороняться очень хорошо умеет. И это они сегодня показали. Компактность, плотность, вот это две линии, скрывать очень сложно. Второе, умеют очень здорово выходить после обороны. После отбора в быструю контратаку за счет этих длинных передач в открытые зоны, туда очень хорошо убегают группы атаки, их поддерживают атаку хорошо. Поэтому нужно было нивелировать эти моменты. Я думаю, мы с этим справились. Да, были с нашей, у них моменты, были у нас на моменты. Ну, что касается игры, то думаю, первые 30 минут вообще здорово играли, гол забили, еще могли. Потом, видно, уже все-таки последняя игра чемпионата где-то сказалась, наверное, на то, что где-то какая-то расслабленность все равно есть. Как ты не настраивай команду, когда никаких уже нету, говорится, задач, знаешь, что ты на третьем месте, знаешь, что последняя игра и завтра уже отпуск. Поэтому все равно благодарен всем ребятам за проделанную работу. За этот период успел познакомиться с командой, в принципе, изучил игроков. Понятно, есть группа ребят, которые покидают нас. Будем работать над усилением. Ну и не забывать о том, что есть достаточно неплохая академия. Молодых ребят тоже будем привлекать на сборы. Сейчас спокойно отдохнем. А уже с 9 января приступим к работе и начнем серьезно готовиться к следующему чемпионату. Спасибо. Есть ли вопросы? Спасибо большое. Есть. Я Макарин, футбольный клуб «Шахтёр». Скажите, сегодня ваш Саша Дагарин часто оказывался на позиции какой-то чуть ли не защитника, это установка, либо это было ситуативно? Нет, он играл на позиции правого атакующего игрока, я его поставил, он эту позицию хорошо знает, играл в предыдущей команде. Единственное, что взаимодействие защитника и полузащитника, как можно назвать, требования у меня что по правой стороне, что по левой одинаковые. В этой ситуации должны крайние защитники подниматься высоко, помогать атаке. Ну а если оказался Лаша, в тот момент оказался ниже, то он молодец, что доработал. Это только большой плюс ему, как атакующему игроку. Он не остановился и не ждал, чтобы защитник бежал. Побежал, отработал. И я только рад, что он услышал установку и выполнил ее. Точно так же, как хотелось бы, чтобы все остальные точно так же выполняли. Хотя, еще раз скажу, у меня к ребятам претензий нет. Достаточно серьезные футболисты, я могу точно сказать, обладают и техникой, и скоростью, думающие ребята. Я думаю, работы много, будем работать, а там жизнь покажет. Пока что-то говорить не хочется. Понятно, что я же уже знакомился с командой, хорошо, что появилось это время до отпуска познакомиться с командой, узнать ее сильные стороны, слабые. Ну и понятно, что игру немножко будем перестраивать чуть. Постараемся по-другому играть, поинтереснее, более атакующий футбол, который будет нравиться болельщикам. Если будет нравиться болельщикам, это будет плюс, как мне, точно так же и команде.
по крайней мере, постараемся это сделать. А как будет, не хочу зарадовать. Я не бог, не могу предвидеть это. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ребята были в супе. Спасибо.